июнь 2011 года, выявить основные проблемы и в дальнейшем устранить их. С этой целью в соответствии с распоряжением правительства Республики Башкортостан министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Ирик Ялалов проводит личный прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Обращения в основном касаются вопросов улучшения водоснабжения, теплоснабжения, установки приборов учета потребления энергоресурсов, ремонта домов. Министр по каждому из них дает разъяснение. Отдельные вопросы принимаются для более детальной проработки и последующего принятия решения. Проблема водоснабжения в Хайбулинском районе, наверное, одна из самых актуальных. Жилищно-коммунальное хозяйство района нуждается в крупномасштабной модернизации. Граждан также беспокоят вопросы нормативной температуры отопления в жилых домах. Несколько человек интересовались необходимостью установки коллективных общедомовых приборов учета. Были подняты проблемы водоснабжения села Макан и некоторых улиц села Акьяр. Часть обращений касалась жилищного вопроса и ремонта домов. Ну, по моему мнению, такое, что, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство района нуждается в крупномасштабной модернизации. Необходимо внедрять современные технологии. В первую очередь касается, конечно, водоснабжения. Надо полностью модернизировать систему водоснабжения населенных пунктов. Особенно это касается такого крупного населенного пункта, как Акьяр. В целом проблема воды существует в этом районе. Поэтому мы, как Министерство жилищно-коммунального хозяйства, постараемся оказать всяческую поддержку администрации района для того, чтобы в ближайшие годы, значит, население потребляло качественную питьевую воду. Неэффективное использование отраслью бюджетных средств, отсутствие работающих механизмов управления жильем, государственная муниципальная монополия в области предоставления жилищно-коммунальных услуг, высокий процент износа жилого фонда послужили причинами запусками в России реформы ЖКХ, которая подразумевает под собой модернизацию всего жилищно-коммунального хозяйства страны. Ну, надо сказать, эту реформу начали проводить в основном в прошлом году, в 2011 году. И была проведена огромная работа за 12 месяцев прошлого года по реформированию жилищного коммунального хозяйства. Но надо сказать, что мощным импульсом или толчком всего этого реформирования является принятие этой среднесрочной программы, комплексной программы развития Зауралья 2011-2015 года. Вот составлена нами программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Хайбулинского района 2011-2014 годы. Потом составлена программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на период 2012-2020 годы. Самый главный вопрос, ну, жители, которые обращаются к нам, это теплоснабжение, водоснабжение и устойчивое, значит, ну, развитие инфраструктуры, значит, в наших селах, особенно в селе Акьяр, Бурибай и других населенных пунктов. «Где вода, там и жизнь», гласит народная мудрость. В Акьяре, если следовать этой пословице, летом зачастую жизнь прекращается, а многие и вовсе лишены источника жизни. Дело в том, что трубы в райцентре не меняли 70-х годов, и срок их эксплуатации давно истек. Уже несколько лет жители района обивали пороги администрации, но получали лишь обещания. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Так полным ходом идут ремонтные работы в новых микрорайонах, например, на улице Рахимова. И на улице 50-летия Целины полуторакилометровый участок водопроводных сетей почти готов. Для жителей новостроек, где в основном живут молодые семьи, это действительно долгожданное событие. Ведь в новых микрорайонах Акьяра воды не было совсем. Страдать из-за отсутствия воды, как и в ряде населенных пунктов района, не будут теперь и жители села Подольск. В данном селе был проделан значительный объем работ по замене старых водопроводных труб протяженностью более 2 километров и запуск третьего насоса. Таким образом, по словам главы администрации сельского поселения, проблема по обеспечению населения питьевой водой на сегодняшний день здесь решена полностью. Плюс ко всему будет продолжена работа по ремонту старых водопроводных сетей. Учитывая многочисленные обращения граждан, в 2011 году была проделана огромная работа по решению проблемы качественного водоснабжения, которая является актуальной в целом и по стране. Износ водопроводных труб составляет в среднем более 65%. В целях подготовки к предстоящей зиме в районе проведена большая работа по замене водотрассы – более 17 километров, в таких населенных пунктах, как Акьяр, Степной, Бурибай, Алибаевская, Целинная и Подольск.
Более 1,5 миллиона рублей было выделено на покупку 15 километров водопроводных труб и 500 тысяч рублей на покупку 29 единиц глубинных насосов для населенных пунктов муниципального района. По мере возможности постарались устранить проблемные участки, чтобы зимой население района получало качественное водоснабжение. Мы в прошлом году, значит, провели огромную работу по замене ветхих, значит, водопроводных сетей, водопроводных труб, которые уже лежали 50-40 лет. Они были проложены во время поднятия селены. Значит, они пришли в негодность. Вот поэтому последние годы, надо сказать, устойчивое водоснабжение мы потеряли. Вот поэтому и надо было начинать эту работу в обязательном порядке. Учитывая все это, мы в прошлом году начали усиленно заниматься по замене ветхих водопроводных сетей. И появились в селе Акьяр, Буйбай и некоторых других населенных пунктах новые улицы. Значит, проложили новые трубы, заменили ветхие трубы. Заменили таких труб 17 километров по всему району. Это огромная работа. Для сравнения, если в 2009-2010 года за 2 года эта работа проведена всего на 13 километров, заменена водопроводных труб, а мы за, значит, 1 год выполнили большую работу всего, значит, 17 километров. Кроме того, мы также закупили заранее, что на этот год водопроводные трубы на 15 километров заготовили в прошлом году и глубинные насосы приобрели. И эта работа будет продолжиться и в будущем году. Очень много вопросов по водоснабжению села Акьяр. В конце лета произвели аукцион. Началась работа по реконструкции водоснабжения села Акьяр. От водонапорной башни, которая находится на окраине села Акьяр, и до районной больницы будет проложена новая труба диаметром 315. Сметная стоимость составляет около 13 миллионов рублей. В прошлом году до осени, до заморозки, мы произвели эту работу на 70%. Весной эту работу мы возобновим и завершим эту работу. Это тоже очень большая, огромная работа. Вы знаете, во многих многоквартирных двухэтажных домах в райцентре села Акьяр и в больнице, значит, давления воды нету. Вот всю жизнь эти объекты страдали из-за отсутствия воды. Поэтому я думаю, вот как закончим эту работу, водовод до районной больницы, этот вопрос будет снят. Еще совсем недавно одной из наболевших вопросов в райцентре была проблема теплоснабжения многоквартирных домов. В этом году, благодаря поддержке правительства республики, стала возможной реконструкция центральной котельной села Акьяр. Было выделено 47 миллионов рублей на проведение полной реконструкции центральной котельной. Все старые котлы заменены на 5 современных котлов с большой производительностью, что позволит уменьшить потери тепла и улучшить теплоснабжение. Повысилась комфортность в жилых домах и энергоэффективность теплопроизводящего предприятия. Все работы были произведены в намеченные сроки под личным контролем премьер-министра правительства республики Азамата Элимбетова. Она работала 30 лет, отработала все эти котлы свои сроки, пришли в негодность. Поэтому в домах села Акьяр, значит, во многих многоквартирных домах было холодно, были постоянные жалобы со стороны жителей села Акьяр. Вот. Поэтому мы, значит, в оперативном порядке решили реконструировать центральные котельные. Надо сказать, огромную помощь президенту нашей республики Рустаму Закиевичу, премьер-министру,
они нас поддерживали в этом вопросе, выделили финансовые средства. И в течение 2 месяцев мы начали эту работу в конце июля и к 10 октября закончили